1300 бутылок молока в час. Такие возможности открывает новая линия разлива молока на Мирнинском молокозаводе. Ее запустили 16 ноября. На торжественном открытии линии ему присутствовал первый заместитель председателя правительства, министр экономики Якутии Алексей Стручков и другие члены рабочей группы правительства. Стручков пожелал коллективу предприятия стать одним из лучших в агропромышленном комплексе Алмазного края, производить новую продукцию, которая будет пользоваться спросом. Подробнее о заводе расскажут наши коллеги. Новый комплекс, установленный на молокозаводе, включает в себя линию розлива молока и кисломолочной продукции в пластиковую тару, а также комплект оборудования для выдува бутылок. К моменту появления правительственной группы процесс выдува бутылок уже был запущен. Осмотр начался именно с этого узла. Алексей Стручков ознакомился с новым блоком и даже сам поучаствовал в производстве пластиковой тары, получив от этого явное удовольствие. Пожелания удачи и больших объемов выпуска молочной продукции и гости проследовали в зал, где расположен собственно розлив, обработка тары и наклейка этикеток. Мирнинский молокозавод оставил на упаковке уже знакомый, узнаваемый бренд, но вместо устаревших картонных тетрапаков теперь на прилавках города и района появятся пластиковые бутылки. Надеюсь, что житель района получит качественный продукт в качественной упаковке, ведь продукция нашего молокозавода всегда востребована мирнинцами. С такими словами обратился к гостям глава района Ришат Юзумхаметов. Алексей Стручков, в свою очередь, назвал события запуска линии знаковым и выразил уверенность, что молокозавод поддержит славные традиции своих предшественников. Наиболее зрелищной стала церемония пуска, для которой были приглашены Алексей Стручков, Ришат Юзумхаметов и директор муниципального унитарного предприятия Татьяна Шарова. Затем прошла дегустация продукции, которую выпускает завод. Творог, сметана, молоко, кефир, снежок, йогурт, ряженка, сыворотка и вкуснейшее мороженое давно пользуются спросом у жителей Алмазного края. Стоимость литра молока в магазинах без наценки составляет 60 рублей. Цена приемлемая, качество проверенное, а упаковка уже новая. Тамара Бессмертная, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».